Всемирный день писателя отмечают 3 марта, начиная с 1986 года. В начале 20 века появилась идея создать клуб, который объединит литераторов и журналистов, выступающих за свободу слова, против фальсификации сведений и искажения публичных фактов. Принадлежала эта идея писательнице Кэтрин Доусон. Клубу дали название «Пен». Директором назначили Джона Голдсуорси, который возглавлял его с 1921 года. Уже после первого заседания в мире открылось около 11 отделений. На данный момент существует более 130 филиалов во многих странах. На очередном 48-м конгрессе международного PEN-центра его участники постановили учредить праздник «Всемирный день писателя», который будет напоминать о роли писательства в мире. С тех пор он отмечается ежегодно литераторами, редакторами, журналистами, писателями и публицистами. В России он отмечается сравнительно недавно и считается узкопрофессиональным праздником. Традиционно в этот день вручают премии и награды. На конференциях обсуждаются новые направления в литературе, ее сильные и слабые стороны. Обязательным являются творческие выставки и конкурсы названия лучшего в своем направлении. Проводятся встречи с литературными деятелями, где делятся богатым опытом в этой области. Проходят презентации современных литературных изданий, писатели общаются с поклонниками. В средствах массовой информации транслируют культурные передачи, посвященные торжественному событию. В школах проводят открытые уроки, в музеях – выставки и презентации.